Результатом, конечно же, довольны. А что по игре? Конечно, после такого нашего неудачного отрезка трудно входить в такие игры. По парам это очень сильная команда, играет быстро, жестко. Я считаю, что мы ответили на жесткую игру, сыграли в это же время умно и довели до победы. Ну вот сегодня действительно было очень много фолов. Это связано именно с игрой Пармы, что называется, включились в такую обоюдоострую игру, что называется. Ну, считаю, да, они играют в этом и в ключе пытаются вывести из себя. Считаем то, что мы достойно ответили, без каких-либо грубостей просто. Как чувствуете сейчас себя команда в физическом плане, потому что очень много игр, и понятно, что концовка сезона, и впереди самые важные матчи. Как себя чувствуете физически, эмоционально? Ну, понятно, то, что это уже середина марта. И, конечно, накапливается про нее усталость и ментальная, и физическая. Но грех жаловаться, это же наша работа. Все в одинаковых условиях, все играют такой очень интенсивный и сезон практически. Там каждые два дня игра. Так что я считаю, с этой победой мы пойдем только вверх. Спасибо. Спасибо большое.